В Ивановский регион приехали специалисты Министерства связи и массовых коммуникаций России, чтобы провести обучающий семинар по работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Подобные встречи уже состоялись с представителями управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. На очереди органы местного самоуправления. Специалисты рассказали, как работать в личном кабинете ГИС ЖКХ, начиная от процедуры регистрации и заканчивая размещением документов. Сейчас в систему внесена информация только о половине объектов жилищного фонда региона. Заполнить все данные необходимо до 1 июля этого года. С 1 января 2018 года за неисполнение закона может наступить административная ответственность. Есть, скажем так, проблемы с товариществом собственников жилья. Не все приступили к работе. Сложно, наверное, для них эта работа, но вот мы как раз вот для этого и приехали. Придать им импульс. Показать, помочь, я думаю, все с места сдвинется.